Друзья, мы на Маврикии. Ферма по разведению гигантской сельшельской черепахи Адабрахелис гигантеа. Что можно сказать? Когда-то эти черепахи населяли многие территории, многие острова западной части Индийского океана. Далее, к середине 18 века, в большинстве мест их обитания эти черепахи были уничтожены, и к этому причастны люди. Естественная популяция осталась на острове Альдабра в группе Сейшельских островов. Слава Богу, что в настоящее время мы, люди, опомнились и перестали уничтожать этих черепах, создали им условия на атолле Альдабра, где они мало того, что поедались людьми, поедались мореплавателями, еще и конкурировали с завезенными туда козами, которые выедали растительность и умудрились даже нападать на черепах, разбивая копытами их панцирь и выедая внутренности. Потому что, как мы знаем, на этих островах растительность, сочная зеленая растительность не круглый год произрастает. Поэтому козы, эволюционно более продвинутые, так сказать, и обнаглевшие, делали такие вещи. Вот. Сейчас отдельные группы размножения черепах этого вида в различных зоопарках мира представлены. Также интродуцированы эти черепахи на такие острова, как Реюньон, ряд других островов, в группе Сейшельских островов. Они есть на острове Нузиби, что у западного побережья острова Мадагаскар. И в том числе эти черепахи разводятся вот здесь, на острове Маврикии, на этой, так сказать, черепашьей ферме. Ну что сказать, очень здорово все. Территория ухожена, вольеры с черепахами чистые. Конечно же, эти черепахи производят впечатление, они просто огромные. Да, вот здесь отходил один самец, он вообще просто огромный самец. Самцы достигают размеров больше метра. Самки, как правило, они меньше. И самые крупные особи весят до 250 килограммов. Да, все черепахи имеют пронумерованы, у них на карапаксе номер. Вот, все черепахи чипированы. Чипируются они, когда, так сказать, достигают размера около 10 сантиметров. Здесь организовано все следующим образом. Когда черепахи рождаются, они помещаются в вольер. Далее, по мере роста, они сортируются по размеру. Поэтому есть несколько вольеров, где различные возраста черепах содержатся. Черепахи содержатся не очень плотными группами. И мы выяснили у менеджера, что это позволяет... То есть достигать определенного уровня санитарных условий и не допускать развития каких-то инфекционных болезней, которые, как мы знаем, когда животные содержатся в плотных группах, зачастую есть проблемой. Вот. По мере того, как черепаха увеличивается в размере, она перемещается в более старшие возрастные группы, и уже крупные большие особи содержатся просто вот так вот на открытых территориях, доступных для посетителей. Вот, собственно, мы видим, к нам подошла черепаха, мы с ней общаемся. Очень ручная и нежная, так вот любит, когда ее гладят. Да, на территории также вот здесь есть небольшой пруд, водоем, где черепахи любят купаться, любят пить. Да, поэтому карапаксы у них вот все такие в земле, грязные. Вот, на самом деле они черного цвета. Вот мы видели, это малыши все черного цвета маленькие. Да, да. Маленькие черепашата черные. Ой, смотри, там спаривание. Mm.
говорили, существует программа реинтродукции разведенных в условиях фермы черепах в природу. И вот здесь есть недалеко от побережья острова Маврикии остров Круглый, Round Island. На этом стенде как раз показано, представлен проект реинтродукции альдабра тортоис на круглый остров. We have females that can lay up to 3 clutches a year. 3 clutches per year? Yeah. But not all, eh? Mm-hmm. Some are the females. Some of them lay 2 clutches, some 3 clutches. Mm-hmm. But there are not so many females that do this. Mm-hmm. Or most of them lay 1 clutch. Oh. And how many eggs? The clutch size can go up to 22, 25. Oh, really? Yeah. Yeah. Laying season starts in April here, April, May, and then they start to hatch around August, September. It takes around perhaps 2.5 to 3.5 months to hatch. You can see also that we have two species, huh? the one from Madagascar. Yes. Astracheres radiata. Yeah, but all those are born this year. How many tortoises you breed per year, for example? It depends on different species. It's not the same, but we tend to be about between, let's say, 220 to 325, that's our range. Кроме черепах, здесь на ферме находятся и другие животные для привлечения посетителей. Билет для посещения этой черепашьей фермы недешев. Порядка $15 стоит входной билет. Эти средства также могут быть задействованы для дальнейшей работы с животными. Музей, небольшой маленький музей, о том, как когда-то на этом острове жила птица Додо, а теперь не живет. Я думаю, что это правильный ход. На черепашьей ферме, на ферме, где пытаются сохранить гигантскую черепаху, в частности, вот такой небольшой музей. А птицы, которую не удалось сохранить и которая больше не живет на этой земле. Цивилизованные люди сюда приплыли на своих кораблях, привезли крыс. Эти крысы заселили остров и уничтожили этого сцинка. Мы идем по этому лесу, как когда-то ходила птица Додо, по такому же лесу. А сейчас ни птицы, ни леса. Вот этот лес остался, но это не лес, это парк. Сделали такой вот влажные джунгли на черепашьей ферме. Thank you.
мы нашли тихое пристанище здесь, на острове Родригес, посреди Индийского океана. Тихий вечер, слышны шум волн, ветер перебирает или путается в листьях пальмы, выражаясь поэтично. А мы пьем мутон кадет, барон де Ротшильд, резерв, сидя на веранде нашего уютного бунгало. Черепашья ферма интересно организована. Они зонировали пространство. По большому счету, все это расположено в ущелье, каменистом ущелье. Они зонировали это ущелье. Была два части ущелья. Это один для черепахи, другой части для черепахи. Здесь черепахи откладывают яйца. При этом они это делают в любом месте. Не обязательно рядом с кустом или где-то там среди камней, ближе. В любом месте самка откладывает яйца, выкапывая нору. Значит, крупный вид до 30-35 сантиметров в глубину. Радиаты 20-25 сантиметров в глубину. Хорошо утрамбовывают и уходят. Что интересно, черепашата вылупляются после дождя. Потому что эта почва, ну, прям очень плотный грунт, трудно им выбраться. После хорошего дождя черепаши вылупляются. И сотрудники этой фермы, как только дождь, после дождя они идут и смотрят, нет ли выхода маленьких черепашат. Они обследуют всю эту территорию, заглядывают под каждый кустик и находят малышей. Поилка. Воду дают черепахам 3 раза в неделю. Сотрудник фермы объяснила нам, что если давать воду чаще, то это может спровоцировать определенные проблемы с почками. И кормят черепах 4 раза в неделю. Малышей каждый день. Уникальное дерево, аборигенное для этого острова, косиное тевис. Это название я постарался запомнить. Чем оно интересно? Листья на этом дереве, можем подойти поближе. Листья на этом дереве разной формы. Есть те, которые повыше, они вот такой вот округлой формы. Те, которые пониже, удлиненной формы. Что интересно, что это адаптация. Для того, чтобы адаптация дерева по отношению к черепахе. Потому что
эти листья, которые по высоте может достать черепаха, несъедобны, ядовиты и дурно пахнут. Те листья, которые не может достать черепаха, съедобны, прекрасно пахнут и не ядовиты. А теперь давайте подумаем, что за странная адаптация у этого дерева. Вот так вот давать большое дерево, да, но оно маниакально выпускает какие-то вот такие побеги в нижней части ствола специально, чтобы подпортить жизнь черепахам, понимаете? Это такая вот ирония со стороны дерева определенной, я не знаю, как это еще сказать. Я не могу это назвать адаптацией, извините меня. Огромная крона вполне достаточна. Для чего нужно сдавать вот эти маленькие ядовитые стручки здесь внизу? Разве чтобы поиздеваться над черепахами.